Небольшие саженцы сирени зацветут через пару лет. Именно это растение считается символом победы. С сиреневыми букетами в руках женщины встречали солдат с фронта. Теперь цветущая аллея появится в Самаре в память о тех, кто не вернулся с полей сражений. Самарские волонтеры высадили 15 молодых саженцев. Представители всех университетов, которые впоследствии эти сирени будут за ними закреплены, я думаю, в периодичности будут приходить, ухаживать и говорить, что вот это именно сирень посадил я. К патриотической акции присоединились ветераны Великой Отечественной войны. Дмитрий Андреевич Птицын прошел всю войну, был штурманом бомбардировщика. Окончание войны встретил под Ленинградом. Тот день в памяти до сих пор. Началась сильная стрельба. Сначала подумал, немцы атакуют. Оказалось, праздничные залпы. Но стрельба это вот сообщили по всем, там наземные войска были, понимаешь, и начали салютировать. Эти зенитчицы из орудий салюты, понимаешь. На утро уже расцветать стало, народ вышел на улицу, целовались, плакали. Акция «Сирень Победы» проходит во многих регионах страны. Во всех городах-героях уже высажены тысячи саженцев. В Самаре в патриотической акции приняли участие более 500 человек. На этом решили не останавливаться. Саженцы сирени высадят и на других площадках. Это десятки школ, это десятки вузов, которые вот за период этих двух недель присоединились к данной акции и вот проводят ее на своих школьных участках, на вузовских площадках. Всего до 9 мая в Самаре высадят несколько сотен саженцев сиреневого символа победы. Лариса Шалафат, Сергей Баскин, «События».